Дим, ну об этом, конечно, не принято говорить, но ты ведь давно на телевидении, да? Ну, больше 20 лет. И я так понимаю, за твою телевизионную карьеру много чего тебе пришлось вести, готовить, да, это и новости, аналитические программы, спортивные трансляции. Спортивные трансляции, да, но мне, например, кажется, что вот мне кажется, что очень трудно это вот готовить нормальные такие человеческие встречи с VIP-персонами, какие-то особенные интервью. Ну, вот такое ощущение, что ты можешь все. Но вот есть что-нибудь такое, что ты вот не можешь, да и может, ты даже и не хочешь делать. Ну, я бы никогда не взялся делать программу о музыке, тем более классической. Я в этом ничего не понимаю. Тогда очень хорошо, что мы сегодня пригласили трудного для тебя гостя. Я очень довольна, потому что когда у нас в гостях нет спортсмен... Чем больше у меня трудностей, тем лучше Галин. И я с удовольствием сегодня начинаю нашу беседу с Артемом Ваграфиком. Это человек, который получил две телевизионных премии ТЭФИ в номинации «Музыкальная программа». И первый вопрос у нас. Как вам это удалось? Я до сих пор не знаю. Но это так давно было. Я даже не понимаю до сих пор, что? За что нам такая честь. Готовясь к встрече с вами, я прочитал одно любопытное интервью на сайте музыкальной электронной газеты «Музыка России», но более всего меня поразил как бы анонс этого интервью. Вот дословно. Артем Варгавтик – известный радио- и тележурналист. О музыке он говорит только правду. А как можно о музыке говорить правду или неправду? Я прекрасно понимаю, что людям надо было обыграть русский перевод моей фамилии. Вашей фамилии. Да. Вархафтич – это значит правдивый. Ну, я, как говорится, я ее не выбирал, и какая досталась, такой и хожу. Но существует ведь целая большая и разнообразная наука, которую я продолжаю считать лженаукой, она называется музыковедение, которая как раз и учит своих последователей, как надо о музыке врать. У меня много любимых историй про то, как эту... Вы считаете себя истиной в последней инстанции? Нет, почему? Причем тут я вообще? Существуют объективные данные, существуют факты, существуют вещи, которые никто из нас не сможет изменить. Просто надо их, во-первых, собрать, во-вторых, не перепутать, в-третьих, увязать как-то более или менее логично, чтобы было понятно, какой, с каким, как связан. Все. Это и есть правда. Ну, тогда я понимаю, что вы имели в виду, говоря о том, что музыка – это информация. Вот это для вас есть. Музыка – это информация. Да. И для всех. Я очень надеюсь, что и для тех, кому я эту информацию передаю, она тоже становится хотя бы на какую-то долю информацией. Потому что если это просто звук, и вы не знаете, кто, что, почему, откуда, то, ну, послушал и забыл. Шум такой. Ну, как бы, да. Дорогой шум. Да. Это классическая фраза, которую говорили все начальники, когда распускали там свои придворные оркестры или уменьшали им жалования. Зачем, говорит, нам за эти деньги такой дорогой шум? Мы вон возьмем там... Я немножко по-другому сформулирую, да? Вот знаете, Галя классно... Если народ ценит, то уже это недорогой шум. А уже высокое искусство. Понятно. Вот это, мне кажется, часть ответа. Вот Галина, она по основной своей специальности, по основной своей профессии педагог, она директор, директор школы. Я тоже в свое время работал учителем русского языка и литературы. И мне кажется, что для учителя в классе, где есть дети с разной степенью подготовки и таланта, а других классов просто не бывает, очень важно определиться, на кого ты ориентируешься. Да? И при этом, если ты ориентируешься на сильных, значит, слабые окончательно вянут и отстают, да, если ты ориентируешься на слабых, соответственно, стагнируют сильные. Да. Да. Вот мне кажется, у вас та же самая дилемма, и вот она спровоцировала, с одной стороны, широкие зрительские интересы ТЭФИ, а с другой стороны, неприятие и отторжение вас, академической аудитории. Они, знаете, на что обиделись? На правду. Им вот когда рассказали по телевизору, что Александр Порфирьевич Бородин не успел, мягко говоря, дописать оперу «Князь Игорь», и потом за него это делали другие. Они это прекрасно знают. Они просто считают, что нельзя... Разрушать образ. Да, нельзя в таких вот простых, прямых выражениях говорить о таких тонких материях. Как так вот не дописал? Как так вот там что чего? А потом, когда выяснилось, что, например, в той же самой Москве, в присутствии тех же самых экспертов исполняется опера «Князь Игорь», из которой вырезали все, чего не дописал Бородин, а вырезали 1700 тактов музыки.
это по любому счету больше часа звучания, то там осталось, ну, конечно, крохи. Но это, ого, какие крохи! Да, но это перлы. И большая разница есть. А вот смотрите, все-таки одна из основных претензий академической публики к вашим программам в том, что вас с вашей информацией много, а музыки мало. Вот лучше цитата. Надо отдать должное Варгафтику, иногда он умолкал, и тогда наконец звучала музыка Бородина. Наконец звучала музыка Бородина. Для того, чтобы по телевизору... Вам отдаю должное все-таки. Нет, я польщен. Для того, чтобы по телевизору или даже по радио, кстати, я вообще-то в основном на радио работаю, да, позвучала музыка Бородина, столько, сколько ей надо, оказывается, должны всерьез поработать очень многие люди, которые или боятся этой работы, или не любят ее, или вообще просто не умеют ее делать. Что нужно права очищать. Нужно где-то взять фонограмму, или запись, или съемку, скажем, того же самого спектакля «Князь Игорь», которую можно легально показывать по телевидению, не боясь претензий правообладателя. По авторским правам. Все, что связано с показом музыки по телевидению, особенно классической, это непреодолимая стена мистического суеверного страха. Причем такой страх, вот знаете, какой бывает, ну, скорее всего, у первобытных племен перед силами природы. А вдруг шандарахнет, а вдруг гром? Языческий. А вдруг, если мы вот там сейчас лишний банан этому идолу не положим, то кто-нибудь умрет. Ну, например. Но на Лебединое озеро же права должны быть. Дай бог здоровья всем, да, что касается особенно Лебединого озера. Все страшно боятся, кстати сказать, претензий, которых никогда не было в истории современного российского законодательства, не было случаев, чтобы... Достаточно создать прецеденты. Никто же не создал еще. Но все очень-очень-очень переживают. И не дай бог кто-нибудь что-нибудь. Поэтому то можно, то нельзя. Программа «Партитуры не горят» в этом смысле представляла и представляет собой до сих пор каждый раз новый риск. Потому что в принципе, достаточно найти грамотного юриста, который все это обеспечит, заполнит, отошлет, и никто не будет ничего бояться. Но такого нету. И поразительно, как даже центральные каналы отечественного телевидения не могут решить эти проблемы. Или не хотят. Или не хотят. Ну, может быть, это... Поэтому им вполне достаточно разговоров о музыке с каким-то символическим присутствием. Кстати, это непреодолимая еще, знаете, почему проблема? Почему? Сколько раз меня спрашивали, и я вынужден был как идиот руками разводить, а вы не хотите издать, например, передачи телевизионные или лекции? И зафиксировать или радийные программы? Да. А я не могу. Почему? А, опять по этой же причине. Права на музыку – это непреодолимое препятствие в нашей стране, в наше время, при наших законах. Вот это, и все. Я доскажу по поводу просветительской вот этой миссии, о которой ты говоришь, на кого ориентироваться. Вот любой опытный учитель, но точно так же, я думаю, как и вы, относительно аудитории точно знает, что не сильный и не слабый, и не средний, а какой-то такой особенный ваш слушатель – ваш ученик существует. Вот ваш какой? Ну, вообще-то, все это описано в классическом первоисточнике. Первый раз на эстраде. Ираклий Андроников. Нужно просто, как это бывает на концерте, выхватить глазом старуху из 32-го ряда. Вот выхвати, говорит, ее и расскажи ей все, что у тебя накипело на душе про Танеева. На радио-то кого выхватываете там из этого, из наушничков-то? А никого невозможно выхватить. Это, в том-то и дело, что это абстрактные тут, представления, это только все внутри головы. Если очень постараться, я могу создать виртуальный образ этого слушателя, своего собственного, которому все интересно. С одной стороны, все известно, но с другой стороны, ему хочется еще узнать чего-то или там еще что-то переслушать. Но этот образ, при попытке его воплотить, да, у нас получатся ошибки, проблемы, как у начинающих волшебников. Мониторчик, не бывает, да? Мониторчик телевизионный. А ну-ка как, я сам себе-то интересен? А сам себе-то интересен, Артем? По большому счету, я и есть тот виртуальный зритель и слушатель. Потому что у меня просто нету других единиц измерений и других инструментов измерения. Если я рассказываю что-то, что мне самому... Не столь интересно, как хотелось. Ну, очевидно, привычно, надоело. Я не буду это рассказывать.
Или если, не дай бог, там один раз пришлось, я никогда не попытаюсь это повторить. Если вам интересно то, что вы делаете, то как минимум какому-то количеству людей ведомых, а их много на самом деле, вот как минимум им... И это тоже станет интересно. Да, это тоже станет интересно. То ровно потому, что вы так увлечены, что вот невозможно. Знаете, это... одну вещь я хочу сказать вот в продолжение этой замечательной мысли. Простой, но замечательной. Вот все-таки, работая музыкальным критиком достаточно долго, я постоянно же наблюдаю артистов на концертах. Есть несколько выставочных примеров, таких вот, скажем, Чичи или Бартоли, да, она когда на сцене, она в кайфе. И есть, собственно, если немножечко так подумать, да, откуда это все берется, где этот неисчерпаемый источник наслаждения, да, и всех этих ресурсов. Две возможности, да, либо она прется от звучания собственного голоса, и это, кстати, известная болезнь радиоработников, что вот особенно тетеньки, при достижении каких-то возрастных границ, да, когда они, например, не полностью себя устраивают в зеркале, они переключаются на аудиовосприятие, на аурикулярное такое самолюбование, и вот от звука собственного голоса в наушниках они начинают тоже вот так... Оргазмировать. Ну, как-то, да, так. Знаете, с вами сегодня диджей Наташа, и мы... Ну, это понятно, да? Это одна возможность. Другая – это когда ты прешься все-таки от музыки, которую исполняет твой голос. От того, как он строит или не строит, скажем, с оркестром. От того, как он эту музыку все-таки заставляет ожить. Как она становится вот для людей реальностью. Потому что пока ты ее не спела... Если ты Чичи или Бартоли, да, то ее нету. Это как бы просто вот черненькие нотки на черненькой там... На беленькой бумажке. Ну да. Все. Две возможности. Поэтому я, когда, вот, скажем, что-нибудь рассказываю, я замечаю за собой от звука собственного голоса... Точно нет. Я не красотка, Нона, но при всем уважении. Вы закончили Гнесинку по классу виолончели, но не стали концертирующим музыкантом, а стали концертирующим журналистом. Вот когда это журналистское... Это, кстати, хорошее определение. Когда журналистское начало вас стало превалировать над музыкальным, и в какой пропорции они сейчас у вас сосуществуют? Да сейчас они, слава богу, уже помирились, объединились и практически между собой не гармония полная. Ну, потому что, слава богу, мне удалось, став журналистом и начав заниматься радийной, прежде всего, работой, не поменять профессию. Мне же говорили много раз, в том числе и начальники мои, вот, чего ты этой ерундой занимаешься? Давай работай как репортер. Мы тебя, может быть, сделаем там парламентским корреспондентом или еще каким-нибудь там по социалке пойдешь. Будем тебя, значит, двигать в эфире. По партийной линии будем тебя по-профсоюзной, в конце концов. А тогда это, между прочим, была очень хорошая профсоюзная линия, партийная. Меня могли допустить там до общения с телами, например, как карьера строится радийная, да? Там-то ты сначала бегаешь, блоки делаешь там с чужими голосами, вставляешь там реплики олигархов или ньюсмейкеров. А потом ты напротив олигарха садишься и говоришь: красивый, здравствуйте. Да, 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 да. Как мы будем поднимать с вами Восточную Сибирь? А он говорит: а никак не будет. Да, 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 да. И опять о музыкальном начале. Вот знаете, я предлагаю вернуться лет на 40 назад и по Гагарину Михайловскому в детство Тёмы. Детство Тёмы. Да, 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 да. А ваши родители ведь были химиками, дед и физиком. Есть, да, есть, ну да, слава да, богу, да, да, да. Занимаются богу наукой. А как вот на вас музыка снизошла? Я думаю, это была случайность, как и очень многое. Нет объяснения. Я не был талантливым ребенком, я не подавал надежд. Я, видимо, просто интересовался, и что-то мне нравилось, что-то нет, но я не мог соответствовать. По-настоящему-то музыкантом я решил стать в том возрасте, в котором люди обычно поступают уже или в техникумы, или готовятся к поступлению в институты. Мне попался, слава богу, ну или я ему попался на самом деле. Короче говоря, мы встретились с настоящим высокопрофессиональным педагогом по виолончели, когда мне было лет 15. Притом я учился в школе, из которой почти 100% выпускников легко поступали в технические вузы, куда поступить было всегда очень трудно. То есть они писали математику и физику на четверки и пятерки, когда все остальные кошпыряли там в районе троек. В общем, этот выбор-то он реально делался, вы понимаете. Как раз в бурные и неопределенные времена
Я вот помню, как раз он совпал с провозглашением всех антиалкогольных законов в середине 80-х годов. 85-й. И трудно было понять, что все это скоро рухнет, и профессия окажется неперспективной, невостребованной. И более того, ее престиж упадет на ниже пола. Да? Тогда все казалось совершенно наоборот. Вот послушайте, а ваша жена, насколько я знаю, музыкант, тоже скрипачка, да? Совершенно. Вот смотрите, какая история. Музыкант Артем Варгавтик родился в семье химиков. А кем станут двойняшки варгавтиков, родившиеся в семье музыкантов? Ну, на данный момент они уже это решение приняли. Они учатся в первом классе Гнесинской школы на блокфлейте. Они самостоятельно они приняли решение. Им раскрыли весь спектр возможностей. Инструментов. Да. Но, честно говоря, мы с женой даже не колебались. Мы были абсолютно уверены, что еще двух струнников в семье мы не переживем. Просто поскольку это... Ну, семья все-таки должна быть каторжная оркестром. Работа. Не-не, она может быть и оркестром, и хором, и каким угодно совершенным инструментом, но все-таки вот ни скрипок, ни альтов, ни виолончелей. Ну, это реально надо положить жизнь. А, да? Артем, а вот интересно... И только на струны и смычок. А вот у вас, например, действительно вот эти сказочные истории, связанные с первым впечатлением от музыкальной литературы, от всего, что с этим вот вас теперь объединяет. Когда вот возникло? Я очень хорошо помню школьные и ранние училищные мучения на тему того, как надо... Учебничек вот, пересказывать. Учебничек пересказывать. И вот эта вот характеристика творчества, и вот это все вот там вот это вот... Вот как мне все это с трудом давалось, не пережевывалось и выплевывалось, и, в общем, тоже без особого восторга. Реально я понял, что в этом может быть что-то интересное, только когда на старших курсах училища нам стали, условно говоря, задавать, я не помню, как это называется в учебной терминологии, доклад, наверное, или что-то еще. То есть, короче говоря, мне предоставляли примерно на полчаса, как и всем моим соученикам и сверстникам, соответственно, возможность побыть учителем и заинтересовать людей тем, которым это музло, ну, даром не надо вообще. Они отбывают, чтобы им, в конце концов, получить свою четверку. Музло-то, на самом деле, как сдают. Ля-ля – это ладно, главное угадать. Да. И да, там да, вот да. Концерт-загадка. Наиграет, что это такое? Да. Вагнер там, Зигфрид, молодец. Пергюнд. Тангейзер, да. Сам ты, говорит, Пергюнд. И все, и так далее, и все. Причем старый еще. Вот оказалось, что кроме угадывания и такой какой-то вот этой жвачки, а это же еще тогда была идеологическая жвачка, значит, там историческая материалистическое понимание прогресса. Что вот, скажем, люди, которые в 18 веке создавали музыку, они были, так сказать, связаны с парадигмой феодального строя. А вот все, что они делали дальше, все люди, которые, например, жили после них, условно говоря, Моцарт, он был на службе у господ, поэтому он был отчасти реакционен. А вот Бетховен, который, например, трам-пам-пам, он уже выходил за рамки феодализма и был провозвестником каких-то буржуазно-демократических дел. Уже то в те поры люди курили. Не то слово, не то слово. И вот это представление о прогрессе, который связан с... исторически обусловленным, да, материалистическим движением. Что жизнь – это прогресс на тему расширения, увеличения, постоянной, как это сказать, постоянной... детерминированностью, дайте скажем, вот так не будем бояться, давайте да, таких слов, как да, бы тут обусловлено этим, а то, значит, этим. Да. А музыка вот так вот она и обусловлена. Вот эта чушь, я не знала, она, кстати, что это так. Почему... Но зло побеждает зло. Да, ничего себе. В общем, эта чушь до сих пор лежит в основе многих представлений, многих доктрин отечественного музыковедения. А ты говоришь, почему как лженауки. Да, а ты говоришь, вот почему я об этом и говорю. Да. Знаете, какой вопрос? Он, наверное, во многом очевидный, но тем не менее, вы темы героев для своих программ как выбираете? Ну, не к юбилеям же великих готовитесь. А почему не к юбилеям? Серьезно, вообще? Да? Вот у меня, например, здешние нижегородские концерты все строго по юбилейному списку. Вагнеру 200 лет, Бриттону 100 лет, а дому Романовых, между прочим, аж 400. Есть, кстати, такая программа, вот, да? Связанная и с Чайковский и дом Романовых. А очень красивая, между прочим, история. Такая государственно-духоподъемная, знаете, да?
Боже, царя храни. И, между прочим, по-честному, по-честному духоподъемная, потому что роль музыки в истории, с другой стороны, то есть как музыка влияла на определенные события исторические, давайте скажем о военной музыке, да, прощание славянки, к примеру, ну, на бытовом уровне, там же сидят у нас вот сейчас у экранов кто-то и думает, что вы говорите о музыке? А что мы говорим о музыке? Музыка – это неисчерпаемый гуманитарный ресурс. Она способна творить чудеса. Когда уже сил ни у кого нет, например, родину защищать, находится такая музыка, которая людей поднимает, в том числе из колен, в том числе из положения мордой в грязь, заставляет их встать, ощутить себя достойными и сильными, ощутить себя частью чего-то очень большого, иногда великого. И такие примеры есть, между прочим, в музыкальной истории каждой страны, у которой есть, вообще говоря, достойная музыкальная история. Я извиняюсь, вот эта часть, наверное, ответа на мой незаданный еще вопрос. Вот смотрите, что остается на века, что канет в лету, как говорят, ну, в том числе и в музыке, определяет время. Ну, конечно. Но как оно это делает, и кто является проводником в определении того, что гениально, а что поверхность? Время – это тоже набор случайностей. Время – это река, по которой постоянно несет огромное количество всякого ненужного и не очень ценного мусора. Вот как это все, например, образует вдруг неожиданно плотину? Не бобры, а сама река в своем течении. Но бобры это тоже работают, мы про диалоги это говорили. И тогда начинают работать бобры, да? Если, как говорится, на реке сложились благоприятные условия. Это все набор случайностей. Все-таки случайности. И до известной степени набор тех имен, которые вот являются, скажем, самыми главными в истории музыки. Карта могла выпасть другая. Каждый раз, когда вот начинаешь смотреть, откуда взялась, скажем, та или иная знаменитая великая музыка, ты понимаешь, что рядом находились еще, по крайней мере, 5-6 человек, которые могли оказаться вот на этом самом месте. Если бы один из них, там, скажем, был просто чуть-чуть здоровее и не умер там от туберкулеза в 20 с небольшим лет. А других не несла чума, к примеру. Ну, чума. Мы бы знали этого, а не того. Совершенно верно. И очень часто, например, оказывается, что вот на этих фактах, на этих сложных комбинациях там, из большого количества людей и обстоятельств подтверждаются простейшие истины. Да? Скромность – это самый верный путь к неизвестности. Нормальные, уравновешенные, счастливые, компенсированные люди, у которых нет этой бешеной тяги, к власти, к славе. Да, постоянного стремления о себе напоминать, что-то такое делать, крайне редко становятся гениями, признаются гениями, при том, что они ими являются. Но есть еще чтобы момент. Об этом кто-то узнал, надо очень сильно вот потереть, скрести. Да. Есть еще такой момент, когда музыка и носители музыки возникают на самом деле как, вот, ну, как носители, не просто как это сказать, производители музыки, да? А вот она существует где-то, как вы правильно сказали, как река. И вот на тебя сейчас это упало, ответственность передать, собрать, услышать. Так нет? Бывает и так. Но, тем не менее, потребность докопаться, узнать, объяснить – это же ну, определенное свойство человека, так? Ну, это совершенно не уникальное свойство. И вообще в том, чем я занимаюсь, нет ничего необычного. Это обычное человеческое любопытство. Спасибо. Просто интересно. Скажите, для вас существует какая-то музыка, кроме классической? Если да, то какая? Я даже не до конца понимаю, о чем вы говорите. Это ты Сальери. Опять пошла тема. Любимая, да-да-да. Поэтому все консерваторские и училищные буфеты в музыкальных учреждениях все равно всегда будут носить имя Сальери. Да, независимо от чего. Ну, за Сальери. Перед экзаменом. Ну, давай, за Сальери. За Сальери. За Сальери. За Сальери. Вот как раз в те времена блаженные, про которые вы вначале вспоминали, там, Тэфи, не Тэфи. Да, действительно, два раза нам вручали там, за два разных проекта. Музыкант, кольцевая композиция. Сейчас мы выходим на коду. Да, пожалуйста. Уже выходим на коду? На коду выходим, да. Перед тем, как мы на нее выйдем, я просто хотел сказать, что тогда это еще вот и такой разговор, и такой тост, и такая острота проблемы. Нет, Сальери не травил Моцарта. Нет, это доказано по суду. Нет, мы вместо этого сейчас вам вот объясним, кто он такой на самом деле. Тогда еще имело смысл разоблачать вот эти, условно говоря, мифы.
развенчивать какие-то стереотипы и бороться, бодаться, потому что люди, как предполагалось, что-то знали. Так значит, сейчас и на уровне установок вещателей, в том числе центральных каналов или там радиостанций, и на уровне собственного здравого смысла мы пришли к тому, что это потеряло смысл. Мы не можем рассчитывать ни на какие остаточные знания у нашей аудитории. Я надеюсь, что наше вот это новое неведомое поколение, которое живет просто в виртуальной реальности, поймет, насколько на самом деле по-настоящему статусно и классно слушать людей, увлеченных какой-то вот темой, может быть, доселе тебе неведомой. И если наши людей, телезрители... А музыку, которая, собственно, все это передает сама. И является носителем, мощнейшим источником информации. И если вы начнете отличать музыку в шуме, даже дорогом, значит, мы не зря встречались. Не спасибо большое. Спасибо.